Джай Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари. Джай Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари. Джая Гопи Джана Валлаба, Джая Хири Варадхари. Джая Гопи Джана Валлаба, Джая Хири Варадхари. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Ямуна Тиравана Чари. Ямуна Тиравана Чари. Джая Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Джая Радха Мадхава, Джая Кунджа Бихари. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Будем читать седьмую песню. А можете мою сумочку ту черную подать? А то у меня там глаза запасные. Дожился уже.
Так, седьмая песня, девятая глава, называется «Прохлада успокаивает Господа Нрисимху», текст восьмой. Вместе прочитаем. Повторяйте за мной, пожалуйста. Шри Прохлада Увача, Брахма Дьяхсура Ганамуна Йодха Сидхах, Сатвай Катана Гатайо Вачасам Правахайх, Нарад гитум пуругунайр адгуна пипи прух. Ким тоштум архати саме харир уграджатех. Брахма даях сурагана мунайот хасидхах. Сатвай катана гатайо вачасам правахайх. Нарад гитум пуругунар адгуна пипи прух. Ким тоштум архати саме харир уграджатех. Брахма даях сурагана мунайот хасидхах. Сатвай катана гатайо вачасам правахайх. Нарад гитум пуругунайр адгу на пипи прух. Ким тоштум архати саме харир уграджатех. Пожалуйста, следующий. Шри Прохлада Увача, Брахма даях сурагана мунайот хасидха, Сатвай катана гатайо вачасам правахай. Нарад гитум пуругунай адгута пипи прух. Ким тоштум архати саме харир уграджате. Матаджи, пожалуйста. Шри Прохлада Увача. Брахма даях сурагана мунайот хасидха. Сатвай катана гатайо вачасам правахай. Нарад гитум пуругунайр адгуна пипи прух. Ким тоштум архати саме харир уграджате. Пословный перевод.
Шипра Храда Хувача. Махараджа Прохлада сказал. Брахма Адаях. Возглавляемый Господом Брахмой. Сураганах. Обитатели высших планетных систем. Мунаях. Великие святые мудрецы. В том числе четыре кумара и многие другие. Адха. Затем. Сиддхах. Те, что обрели совершенство или полное знание. Сатва. К духовному бытию. Экатанагатаях. Неуклонно идущие, не отвлекаясь ни на какие материальные занятия. Вачасам. Описаний или слов. Правахаих. Потоками. На. Не. Арадхитум. Удовлетворить. Пуругунаих. Обладающие многими достоинствами. Адуна. Теперь. Апи. Даже. Пирух. Сумели. Ким. Ли. Тоштум. Обрести удовлетворение. Архати. Может. Сах. Он Господь. Мэ, благодаря мне, Харих, верховная личность Бога, Уграджатех, родившемуся в семье асуров. Перевод. Махараджа Прохлада молился. Родившийся в семье асуров, могу ли я вознести Верховному Господу молитвы, которые доставят ему удовольствие. Полубоги во главе с Брахмой и все собравшиеся здесь святые излили на него потоки речей, но никто из них так и не смог удовлетворить Господа, хотя сами они, пребывая в гуне благости, наделены всеми добродетелями. Кто я в сравнении с ними? У меня нет никаких достоинств. Комментарий о божественной милости Ача Бхактивиданта с вами Прабхупада. Шрила Прабхупада ки джай. Вайшнав, обладающий всеми качествами, необходимыми для служения Господу, все же считает себя крайне недостойным и говорит об этом в своих молитвах. Например, Кришнадас Кавираджа с вами, автор читания Чаритамриты, говорит: Джагай матхай хайте мунисе папиштха, пуришера кита хайте мунисе лагиштха. Чайтанья Чаритамрита отделила 5 глава, 205 стих. Он называет себя недостойным грешником, хуже Джагая и Матхая, и презрение навозного червя. Чистый вайшнав и в самом деле так о себе думает. Подобно этому Махараджа Прохлада, хотя и был чистым, возвышенным вайшнавом, считал себя недостойным возносить молитвы Верховному Господу. Махаджано енайгатах сампантхах. Каждый вайшнав должен думать о себе так же, как Махараджа Прохлада. Не надо кичиться своим вайшнавскими добродетелями. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам такое наставление. Тринада пису ничина, тарора писа хишнуна, аманина манадена, киртанияк садахарих. Повторять святое имя Господу нужно в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на дороге. Надо стать терпеливее дерева, полностью избавиться от гордыни и всегда быть готовым оказывать почтение другим. Лишь в таком умонастроении можно повторять святое имя Господа
беспрерывно. А дальше здесь в книге кто-то подчеркнул последнее предложение. Если человек не обладает смирением и кротостью, ему очень трудно будет развиваться в духовной жизни. Конец комментария. Еще раз текст прочитаю. Шри Прохлада Увача, Брахма Даях Сурагана Мунайот Хасидхах, Сатвай Катана Гатайо Вачасам Правахай, Нарад Гитум Пуругунар Аду, Напипи Прух, Ким Тоштум Архати Саме Хариру Раджатех. Махараджа Прохлада молился. Родившийся в семье асуров, могу ли я вознести Верховному Господу молитвы, которые доставят ему удовольствие? Полубоги во главе с Брахмой и все собравшиеся здесь святые излили на него потоки речей, но никто из них так и не смог удовлетворить Господа, хотя сами они, пребывая в гуне благости, наделены всеми добродетелями. Кто я в сравнении с ними? У меня нет никаких достоинств. Омагена Тимирана Сякина, это наша лакаячек, шумаритами, но это смаши гура, мукам короте вачалам, панум лана, это и ринь, от крипа там, шигурум динатранам, намалиш, бдая, кришна, приштам, талейшам, динеранчан, сумитинам, анат, прессен, украбу, подасит, уже и сангирна, кришна, приштам, талейшам, дивактивам, да, сумитинам. Так, первый стих, который начинает молитвы Прохлады Махараджа. И Прохлад получил благословение Господа. И после того, как Нарисимхадев возложил на него свою трансцендентную руку или лапу, трансцендентно, поэтому не имеет значения. Написано, что мы читали об этом раньше. Он избавился от последних вот тени и запаха сомнений, грехов и полностью очистился. И дальше будут молитвы Прохлады Махараджа, которые, в общем-то, являются наставлениями для всех живущих на земле, для всех людей. И, в общем-то, если изучить эти молитвы, исследовать им, то нас ждет такой же успех, как и Прохлада Махараджа. И вот с первого стиха молитва начинается с очень важной и понятной темы. Это тема смирения. Эта тема, казалось бы, понятная и всеми нам уже изученная и заезженная. И мы сегодня попробуем, поскольку присутствуют все вот уже опытные, преданные, как-то немного, может быть, глубже разобрать эту тему. Вот. Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример и Кришнадаса Кавираджа Госвами, который молится и говорит о том, что я хуже Джагая и Мадгая. Он приводит нашу ситха пранали всех вайшнавов, то есть третий стих Шакшаштаки, вот, где Господь Чайтанья дает нам это прямое наставление, и все ачарьи говорят, что это вот основа всей нашей духовной практики. Шри Джаганнат Баладев Субхадра Ки Джай. И хотя это достаточно очевидная вещь, казалось бы, нам, во всяком случае теоретически,
Нам достаточно сложно это принять практически и практиковать. Потому что это, в общем-то, полностью идет в противоречие с тем образом действий, с тем образом мыслей, который мы многие-многие жизни, миллионы жизней вот, практикуем и здесь, в материальном мире, и той идеей, с которой мы пришли. И так устроен этот материальный мир, в общем-то, благодаря этому так устроено, когда душу покрывает аханкара, попадая здесь в материальный мир, то первое, что она делает, это создается эта иллюзия, что я действующий. То есть, и соответственно, если я действующий, то я должен, мое мнение главное, то есть я как бы принимаю решение, мир крутится вокруг меня. О каком смирении идет речь, о каком подчинении, вот, может быть, идти речь только в одном случае, если это какая-то выгодная сделка, при помощи которой я манипулирую как-то вот, окружающими. И даже в своей духовной практике, к сожалению, мы попадаемся в эту ловушку, и иногда наши, в том числе, показное смирение вот, может быть этим обусловлено, то есть какими-то тонкими анартхами, когда мы уже избавились от каких-то очень грубых вещей внешних, то это желание, то есть пуджи, пратиштхи, желание быть преданным, казаться преданным, чтобы окружающие нас воспринимали, и зная истины, которые нам все время говорят о смирении, то есть мы иногда допускаем вот эту ошибку, порой даже не очень осознанно, когда, в общем-то, мы все правильно делаем. Более того, на первом этапе мы так и должны делать, потому что у нас нет еще истинного понимания, что такое смирение, у нас нет истинного навыка, что такое смирение. И вначале это нормально, когда мы хотя бы обезьяничаем, то есть подражаем, что-то изображаем из себя. Но по мере продвижения в своей духовной жизни это чувство должно очищаться, и оно должно быть достаточно осознанным и должно становиться нашим навыком. Потому что если это будет продолжаться, как однажды Шрила Ниранджана с вами приводил такой пример, что говорит, ну когда маленький ребенок, и вы его берете на руки, или он просто лежит, и он там мочится, там ходит под себя, то есть это воспринимается нормально, все даже радуются этому. Вот. Но если взрослый человек начнет себя так же вести, то это покажется очень странным. Так и мы, когда мы видим, что преданные, неофиты, или, ну, мы все неофиты, преданные, которые только пришли в движение, и они имитируют это смиренное состояние и действие, то это вызывает положительное чувство. Мы видим, что человек прилагает усилия и стараться. Хотя внешне очень сильно видно, что это может быть, и не является его естественной природой. Вот. Ну, по-разному, как он ведет себя, как он одет, о чем он думает, на чем приезжает и так далее. Но со временем, когда мы начинаем уже духовную практику и будем себя так же вести, хотя уже внешне очень сильно изменившись и скрывая все свои пороки и недостатки, будем продолжать себя так же вести, то это будет похоже на вот такое неадекватное поведение взрослого человека. И это та работа, которую мы постоянно должны внутренне проводить для того, чтобы в соответствии приводить наше состояние смирения, наше настроение слуги с тем, с теми усилиями в духовной практике и с той ответственностью, которую нам поручают, которую мы принимаем в миссии Господа Чайтани. Потому что если это будет сбалансированный
сбалансированное чувство и действие, и в том числе наше внутреннее сознание, настоящее, не то, что мы хотели бы. Потому что это очень такая вещь тонкая, одна из уловок Майи, что мы себя обычно ценим по мотивам, а других по поступкам. Но делать нужно с точностью да наоборот. Вот. Это такая болезнь материальной интоксикации. Как алкоголик, он всегда говорит, ну я могу бросить в любой момент. Это мужик сказал, мужик сделал. Просто я не хочу. Просто я так веду. Но если я захочу, могу бросить в любой момент. И он не бросает. И первое, говорят, первый шаг к выздоровлению от привязанности какой-то является то, что я признаю, что эта привязанность есть. Так и мы думаем, ну мы можем, мы будем вести себя смиренно, мы будем подавать воду лектору, вот, и все остальное, то есть. Но на самом деле мы можем этого не делать, мы будем думать, ну я знаю, я это могу сделать в любой момент, ну сейчас пусть кто-то другой сделает. И вот осознанность в этом и заключается, что мы сначала отслеживаем у себя, и это уже полдела. И даже если у нас еще не хватает сил как-то проявлять это внешне, как минимум вот это осознание и сожаление о том, что мы не можем это сейчас внешне проявлять, будет этим огнем выжигать вот эту анартху нашу. И со временем эти оковы будут спасать, и мы уже естественно будем проявлять настроение служения и внешне в том числе. Но если же мы наоборот можем действовать, если мы внешне проявляем без внутренней осознанности, для того, чтобы получить какие-то, пусть тонкие, но материальные плоды, признания, или еще что-то, а вслед за признанием самых вкусных махапрасадных кусочков или еще что-нибудь, то процесс будет работать наоборот. Эта анартха будет деревенеть, каменеть и еще больше в нашем сердце занимать место и его сковывать. И это очень серьезная внутренняя работа. Потому что во сколько, в 9 надо закончить? Вот. Потому что для нас, как для преданных, в этом и является работа делать этот выбор. Потому что мы находимся в том же мире, который работает по тем же законам. И единственное, чем мы отличаемся, это тем, что наше невежество, благодаря вот милости Шилы Прабхупады, милости его учеников, оно пробито этим знанием. Но если мы этой милостью не пользуемся, то мы тогда живем по тем же законам. И Шила Прабхупада здесь в комментарии подчеркивает, что вайшнав, обладающий всеми качествами, необходимыми для служения Господу, все же считает себя крайне недостойным. Вот. И может показаться, что это он делает из-за того, что ну, хочет показать свое величие. Но все работает с точностью наоборот, потому что так ведут себя показной, это, когда человек демонстрирует эту показную смирение, то это сразу видно, потому что оно не является его жизнью. И наоборот, человек, который думает, что он все знает и понимает, на самом деле просто ограничен в своем понимании.
И ученые, это обычные материалистичные ученые, то есть вывели. И есть такое исследование, которое, результатом которого получило название эффекта Даннинга-Крюгера или метакогнитивное искажение. В чем оно заключается? Что у низкоквалифицированных людей они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не осознают этих ошибок из-за неполноты знаний, умений и навыков. Приходя к ложному определению пределов компетенции и завышению представлений о своих способностях, даже в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях. То есть люди, которые обладают низкой квалификацией, они не могут оценить вот, то, что они получают, и они очень быстро думают, что они достаточно компетентны. Помню, когда я второй раз пришел в храм, в храме не было таких прекрасных стойких микрофонов, я там с работы давал на какой-то фестиваль и приехал забрать. И в Путишакте меня это, на остановку трамвая проводил, тогда мы на трамваях еще ездили. Вот. И мы стояли, ждали трамвая. Ну и он это пытается проповедовать. Это все. Я говорю, да что, сознание Кришны пройден этап. Я уже два раза был, я все понял. Это надо повторять святое имя там. Это, ну что, еще что-то сказал. Но вот я помню это настроение, что мне все понятно. То есть я. Вот. То есть такой это низкий уровень квалификации, он это предполагает делать неправильные выводы. Вот. И поэтому вот этот период Уцахамаи, он очень этим красочно выражен. Когда у нас есть энтузиазм, но он ложный, потому что это очень быстро проходит. И наоборот, то есть другой полюс, когда, чем квалифицированнее становятся преданные, тем больше у них открывается вот эта бесконечность духовного мира. Тем больше они понимают, насколько они незначительны по сравнению с Господом, по сравнению с Его энергиями, по сравнению с тем миром, где Он находится. И поэтому для них естественно проявление этих чувств, которые здесь описываются как Кришнадас Кавираджа с вами. Ну и мы знаем баджаны все наших ачарьев, где они говорят о себе в таком очень унижительном склонении, что ну, я ничего не знаю. Хотя мы знаем их уровень духовный, их понимание. Но это обусловлено как раз совсем другим. Обусловлено тем, что они соприкасаются с этой духовной реальностью и понимают реальное положение живого существа с Богом. И Прохлада Махарадж поэтому тоже начинает свои молитвы вот именно с этой констатации факта. Он начинает эту свою молитву с признания того, что несмотря на то, что он единственный среди всех присутствующих смог подойти к Господу, и Господь его благословил, принял и успокоился, вот, он говорит, я очень незначительный. И это может точно так же нам быть уроком, тому, как мы должны молиться. Потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что недостаточно просто воспевать Махамантру, святое имя. То есть Махамантру нужно воспевать в молитвенном состоянии. И очень важной частью молитвенного состояния
Вы знаете же, как молиться, да? Не знаете? Я вас научу. То есть, молитва стоит из трех частей. Знаете, да? Нет. Первая часть какая? Мы подходим к Господу и утверждаем свое положение. То есть, говорим, я тот, кто есть. И мы про себя все знаем. И стоя перед Господом, вряд ли мы будем вот что-то про себя придумывать. То есть, как Прохлад Махарадж, вот примерно, говорит, я никто, прости меня за все, что было, есть. Вот. Мы утверждаем свое положение. Следующим этапом мы утверждаем положение Господа. Или личности, которой мы молимся. Если духовному учителю, или просто преданному. Все культурные люди, они так и говорят, они утверждают положение этой личности. И мы читаем много в Шримад-Бхагавате этих примеров прославлений. То есть мы должны прославить Господа, утвердить Его положение. Это не надо Господу вообще-то, это надо нам, чтобы мы сначала поняли свое положение, и потом поняли положение того, кому мы обращаемся. И только после этого, когда у нас есть правильное настроение, мы обращаемся с какой-то просьбой. И тогда есть шанс, что эта просьба будет в правильном настроении задана, что она будет в конце концов завершена тем, что мы скажем, как тебе угодно, Господь, вот как ты скажешь, так я и сделаю, или духовный учитель. И мы готовы принять ответ на свою молитву. Так можно правильно молиться, то есть если мы приходим со своим ответом, на нашу молитву, или хуже того, со своим заданием к тому, кому мы молимся, то есть большой шанс, ровно 108%, что наша молитва будет неуспешной. Итак, нужно внимательно следить за тем, чтобы не быть все время в этом состоянии неофита, когда мы попадаем в этот когнитивный резонанс, эффект Даннинга-Крюгера, и думаем, что мы очень компетентны, и теперь можем какие-то выводы делать. Нужно понимать, что нам нужно занять смиренное положение, потому что если мы этого еще не понимаем, то это одна причина, что мы просто недостаточно квалифицированы в своем служении, в своей духовной практике. И по мере развития нашей квалификации нам будет приходить это глубокое понимание нашего положения по отношению к Господу, нашего положения по отношению к духовному учителю и преданным. И это будет нас вдохновлять занимать это смиренное положение. То есть, как и махамантра, смирение – это и путь, и наша цель. То есть, мы, практикуя смирение, становимся еще более смиренными. И благодаря этому мы получаем всю ту милость Господа, без которой все наши усилия абсолютно бесполезны. Хари Кришна. Это вот те пару слов, которые хотела сказать по поводу этого стиха, по поводу начала молитв Прохлады, которые очень ценны и важны в нашей духовной практике. Возможно, есть исправления какие-то, там дополнения. Хари Кришна, спасибо вам большое. Хочу занять смиренное положение сразу. Ну, понятно, что играю пока. Но хотел попросить просто в начале лекции разъяснить этот момент, почему Прохлада, он и до этого был чистым преданным, да? Но Нарисимха Дев положил ему руку, лапу на голову.
и избавил его, от, как вы сказали, от запоров, от каких-то там намеков еще, да. И он после этого тоже стал чистым преданным. И он испытывал там высочайшее блаженство и так дальше. И тут говорится, что и он, первая его молитва, он говорит, что я ниже навозного червя, да. И Прабхупада лекция говорит, что они не притворяются, что невозможно сыграть, да. Вот вы тоже всю лекцию говорили, что это истинное их видение. Вот. И правильно я понял, что из-за того, что они видят глубину духовного мира, величие, ну вот, и потом вроде бы как частично я получил ответ. Вспоминаю эти истории Наратама Стакура, когда ему Шримати Радхарани открыла его сварупу, да, и он понял, что он помощник там одной манджари, да, одной гопи, которая делает сладости каждый день для Шримати Радхарани Кришны. И он уже делал эти сладости каждый день в духовном теле. Но при этом он молится Господу Чайтанье, говорит, что я самый падший. Я самый падший. И при этом он не играет. Он чувствует, что он самый падший. Как так вообще возможно? Ну вот, получается какая-то двойная игра. Там он каждый день, ему учитель сказал, каждый день делай то, что тебе сказала Шримати Радхарани, и внешне выполняя вот это вот указание, которое тебе там дает духовный учитель и так дальше. То есть, в чем вопрос? Ну, в том, что ну, я слышал так, что такой ответ, что Кришна, он может сохранять эти запахи грехов для того, чтобы преданный их, ну, он говорит, для того, чтобы преданный не возгордился. Чтобы он не, ну, если он уже будет видеть, знать, кто я, да, и он может возгордиться и, естественно, пасть. И потом он сохраняет эти запахи, до последнего может сохранять. Что преданный, чисто преданный, именно так и думает. Он к нему приходят какие-то, может, желания материальные, или он иногда там сигаретку закурит или еще что-то. И это может быть вот такой настоящей причиной. Хотя он... Ну, это такая тема, ну, во всяком случае, я не квалифицирован ее обсуждать. То есть можно спекулировать сколько угодно, лучше читать, что Шрила Прабхупада говорит по этому поводу. Но знаменитый разговор Шрилы Прабхупады, когда преданные его спрашивают, Прабхупада, будут у преданных будут трудности, майя будет их испытывать. Прабхупада, да, то есть будут испытания, все. И вот прям там будут-будут, да-да-да, будут-будут. И у чистого преданного тоже? Не, ну у чистого преданного все. Как только вы стали чистым преданным, испытания все закончились. Потому что мы испытываем, мы относимся к испытаниям материальной природы как к препятствиям каким-то. Но когда мы становимся чистым преданным, то это просто лила. Вот. Это спасибо, это у меня вдохновило. Да. Ты что, Докумар Прабу, ценное что-то добавит. Вопрос. Вопрос к этой квалификации истинной самооценки. Очень важно себя увидеть таким, какой мы и есть, а не таким, как мы себя считаем. И можно ли сказать такое выражение или для самоосознания: каждый раз, как только я вижу свою чистоту, это означает, что я в мае. Можно. Для нас так уж точно, для нашего уровня это справедливо будет. Ну, думаю, точка. И наоборот, да? Не, наоборот. То есть, если я вижу, как вы сказали, подходим к алтарю и говорю, да я такой падший, Господь, прости и сохрани, я ничтожный и незначительный.
то я чистый, значит, да? Нет, так не работает. Так не работает. Наоборот, может, да? Не, не наоборот. Ну, я имею в виду пойти в обратную сторону, если мы начинаем себе голову посыпать это пеплом такое, что я такой, Да, ну, бхакти – это срединный путь. Здесь не надо ни в самоуничижение сваливаться, ни в самопрославление. То есть мы должны понимать реальную картину, и поэтому везде подчеркивается важность общества преданных, и особенно важность совместного служения с равными, где очень быстро все эти иллюзии, вся эта шелуха отлетает. Очень быстро. Вот, ну, а пока мы ходим, там павой где-то корчим из себя кого-то, одни, то есть, или еще что-то, то это очень долго можно в таком состоянии ходить. Но как только мы санкиртаной занимаемся, в служении, в распространении книг, в воспевании и так далее, очень быстро это все становится на свои места. О чем, какой я могу сделать вывод о себе все-таки, если как для процесса самоосознания? Если я не вижу в себе недостатков, ну, тут, если я не вижу гордости в себе, не вижу привязанных, о чем это может говорить? Ну, о том, что я пока этого не вижу. Вот и все. Это теоретическое предположение. Такого долго быть не может. Потому что очень быстро тебе об этом скажут. То есть, если ты сам не видишь, тебе об этом скажут. Вот. За это можно не беспокоиться. Тебе очень быстро об этом напомнят. Это просто важна наша реакция на это. И проблема вот в этом заключается, что когда мы воспринимаем, ну, чьи-то подсказки как препятствие нашим чувственным наслаждениям и, соответственно, как врага, вот это проблема. Если же нам подсказывают, и мы смиренно принимаем и следуем этому, то тогда вообще никаких проблем. На самом деле, это великая удача, когда нам подсказывают. Да, я за это говорю. Если заслужить, чтобы подсказали. Если, допустим, нам подсказывают, но я уже думаю, что я чисто преданный, это уже лила просто. Лила, они просто в мае, а я как бы, ну, они не понимают просто. И продолжаю себе. То есть не реагирую на эти сказки. Эффект Даннинга Крюгера называется. То есть я в иллюзии нахожусь, что я из-за низкой своей квалификации у меня может возникнуть такая иллюзия. Ну, в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. То есть, есть простое правило. Мы всегда максимально требовательно относимся к себе и максимально снисходительно к окружающим. Вот. Но также мы играем определенные роли в своих социальных связях, в своей духовной практике, в своей ответственности. И поэтому, если мы будем думать, что наш трехлетний сын дает нам наставления какие-то, вот, и мы должны исследовать им, то, ну, это как раз эффект того, что мы занимаем искусственное положение снятия с себя ответственности. То есть это обратная сторона медали. Точно так же, как обида – это гнев слабого, точно так же безответственность – это гордость несмиренного. Да, вопрос. Да, продолжаю эту тему. А что если вот тебе дают какие-то наставления, а ты понимаешь, что я, ну, просто нет какого-то внутреннего, нет сил им следовать, грубо говоря. Ну, то есть тебе говорят, кажутся такие вещи, что слишком как будто бы большие какие-то требования или, ну, или нет просто ресурса какого-то этому следовать, нет сил. Нужно задать себе вопрос, почему я получаю в этом месте наставление. Потому что если вы не
находитесь под влиянием этого эффекта, что вы уже чистый преданный и пришли получать наставления с уровня чистого преданного, то никто вам такие не будет давать. Вот. А если вы находитесь в этой иллюзии, то вам сразу показывает ваше место. То есть никто не может, я за всю историю ИСККОН видел ни одного случая, когда духовный учитель давал какому-то бы ученику наставление, которое он не может выполнить. Я видел миллион раз, когда очевидное наставление, которое нужно дать ученику для того, чтобы он стал лучше, но духовный учитель не давал, потому что он боялся, что он его не сможет выполнить и совершит гуру-апарадху. Поэтому, если вы к квалифицированному наставнику обращаетесь, то вы защищены всегда. Вот. Формулирую вопрос. Кто может давать наставления? Тот, у кого есть полномочия. Но не каждый желающий, проходящий мимо. Нет, давать вот так может каждый желающий. Вы принимать только должны. Если у вас есть квалификация принимать наставления, Шрила Прабхупада мог принять наставление даже от пьяного доктора. То есть у него была квалификация. Если у нас нет такой квалификации, мы должны защищать себя тем, что мы выбираем те наставления, которые мы следуем. Поэтому создана целая структура заботы о преданных, есть квалифицированные наставники, главный принцип действий которых, как у врачей, не навреди. Вот они как минимум не навредят вам, то есть это, они как минимум перенаправят вас к тем, кто квалифицирован. Есть целая структура административной заботы, где организована вся деятельность, где вы как минимум будете защищены от того, что вы, выполняя деятельность в этой структуре, все результаты вашей деятельности будут предложены по парампаре. То есть, а дальше уже все свои недостатки, если вы встроены в эти авторитетные структуры, то все остальное это просто ваша неквалификация. И по мере обретения собственной квалификации вы сможете уже и к наставникам соответствующим обращаться, и в служении быть задействованы соответствующие, которые будут вас вдохновлять на вашем духовном пути, а не расстраивать. То есть это от нашей квалификации зависит. Да. Спасибо большое за такие глубокие ответы. Такой вопрос. Вот это выражение «себя нужно оценивать по поступкам, а окружающих по мотивам» – это очень такое круто, очень круто. Но вот мы знаем, что мотив – это очень тонкий, он очень тонкий, и его трудно увидеть в других. И можно ли тогда думать просто, что все окружающие меня преданные действуют, у них чистый мотив. Да, спасибо, так и надо думать. Надо, наверное, остановиться. Да, да. А, еще 5 минут. А, хорошо. Вы говорили о том, что играем роль, и сейчас вот тоже тема наставник возникла. Вот наставник – это роль, потому что если наставник, он считает себя квалифицированным наставником, то в соответствии с тем, что вы рассказывали, это уже майя. Потому что исцеление, наставник, по идее, он должен понимать, что он не квалифицирован давать наставления, но исцеление, как служение, он может это выполнять. И вот возникает такая дилемма, то есть оставить играть роль, потому что я понимаю, что это роль, а на самом деле я не соответствую. Или что делать? Ну, вы сами ответили на свой вопрос. То есть мы находимся, если мы в настроении служения, то это достаточная квалификация. Если мы помним, что это не мы
наставляем, что это не наше положение или заслуга, а это наше служение тем старшим, которые нам дали это служение, там, духовный учитель или старший в храме, то тогда мы защищены этим. И это подтверждает нашу квалификацию. И периодически об этом нужно себе напоминать. Знаю, что когда Шрила Ниранджана с вами попросили стать инициирующим гуру, то он отказывался и говорил, я не квалифицирован. И тогда ему его саньяса гуру и сказал, что ну, это и является первой ступенью твоей квалификации. Поэтому мы тебя просим вот, для развития движения Шрилы Прабхупады, чтобы ты взял на себя это служение. То есть и мы должны идти по этим по стопам наших старших, которые показывают этот пример. Вот, и если нам доверяют какое-то служение, где мы имеем ответственность за преданных, неважно, это в административной линии или в линии наставников, заботы о преданных, в духовной, то есть мы должны понимать, что наша квалификация зависит только от того, насколько мы смиренно служим старшим, повторяем то, что они говорят, действуем так, как они говорят. И тогда мы защищены. Да. Вот эти наставников, ну, то есть для наставника это, ну, на мой взгляд, квалификация, что он является учеником, и в тот момент, что когда ему нужно послужить своим подопечным, он занимает эту роль наставника на это короткое время. То же самое, как гуру, он тоже, по большому счету, ученик своего гуру, но на какое-то время, в определенных ситуациях очень продолжительное, он занимает роль духовного учителя, духовного наставника. И тут важно помнить, что если мы даем советы или наставления, или исправляем кого-то, когда этого нас никто не просил, это является одним из 54 признаков гордыни. Можно посмотреть в интернете, есть 54 признака гордыни, это один из них. Да, нужно меньше переживать за то, что нам все дают наставления, нужно переживать за то, что я даю кому-то наставление. Да, настоящий преданный, он хочет, чтобы ему давали наставления, не хочет их. Да. Уже 15 минут. Рантарадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Прямо раз опробуй ки.